Вы понимаете, мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны подробный фактологический материал, может быть, не подробный, не надо подробный, просто фактологический материал на эту тему. То есть, когда, кому они передавали эту информацию. Давайте так, потому что говорить можно сколько угодно. Мы слышали разное сейчас относительно Крокус Сити Холла от Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Поэтому сначала пусть расскажут, кому что они давали. Давайте так, потому что мы правда устали от их бесконечных вбросов. Спасибо. И о каком конкретно эпизоде, вот еще очень важно, и о каком конкретно эпизоде идет речь, понимаете? Я просто хочу сказать, что когда российская сторона передавала американской стороне соответствующие материалы, там была конкретика, и мы за эту конкретику готовы были отвечать, в том числе это делали публично, как это было по бостонскому марафону, Царнаем и так далее. Вот здесь, если можно, было бы как-то уточнить непосредственно, о какой информации, по какому эпизоду идет речь. Тогда мы сможем уже понять, можно ли, в принципе, это комментировать, и если да, то с удовольствием прокомментируем.